За дискуссией в режиме видеоконференции следил и глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев. Обсуждение оздоровительной летней кампании с руководителями профильных министерств и губернаторами касалось самых широких аспектов – санитарных норм, безопасности, транспортной доступности, образовательных программ, финансирования и субсидирования путевок из федерального и регионального бюджетов. Говоря о летних каникулах 2014-го, Дмитрий Медведев подчеркнул, что Крыму и, в частности, Артеку необходимо постараться уже в этом сезоне восстановить былую славу лучшего детского курорта. Помочь должны регионы, в которых международные центры для детского отдыха считаются самыми прогрессивными – Краснодарский и Приморский края. Наша задача – сделать Артек более комфортным для проживания и развития детей, сделать его полноценным, общероссийским, круглогодичным лагерем, международным центром детского отдыха, вот, таким, как он был и в советский период, но с учетом современных требований. У нас такие центры есть, их несколько в Российской Федерации, и нужно, чтобы и Артек таким стал. Ну, я имею в виду те уже сложившиеся международные центры, такие как «Орленок», как «Океан». Добавлю, что исходя из докладов глав регионов, Кубань сегодня передовик в организации масштабной оздоровительной кампании детей и подростков. Во время летних каникул в Краснодарском крае откроются более 1500 санаториев, здравниц и летних лагерей. Они смогут принять до 500 000 школьников со всей России.